Первая декада июня в Чебоксарах стала самой теплой в этом году. Средняя температура воздуха составила плюс 15 градусов. Однако метеорологическое лето пока еще не началось. Сегодня, 11 июня, волна жаркой погоды достигла пика. В Чебоксарах столбики термометров впервые в этом году поднялись выше 27 градусов. По республике было плюс 30. На предстоящие длинные выходные в Чувашии ожидаются кратковременные дожди с грозами и шквалистым ветром. В субботу станет заметно прохладнее. Уже в понедельник, вторник в республике установится солнечная погода и потеплеет до 19-24 градусов.